Здравствуйте, с вами Алекс Афиша. Маленькая девочка Оксана в 9 лет впервые вышла на сцену, а в 15 уехала покорять столицу. В 2011 году девушка с сильным голосом и ангельской внешностью заняла 4-е место на Евровидении. Наша гостья сегодня – Мика Ньютон. Вас сегодня тяжело застать в Украине, потому что, да, последнее время в Америке. Расскажите, чем живете? Ой, живу жизнью. Разная жизнь, на самом деле. Вот сегодня, вчера приехала, прилетела в Запорожье и прям задумалась, насколько я живу разную жизнь. Ты в Америке просыпаешься, идешь там, выгуливаешь собаку, идешь на уроки, выходишь на улицу совершенно спокойно, гуляешь, убираешь в доме, опять занимаешься, поешь на концертах, слава богу, уже пошли мне концерты, где я пою свои англоязычные песни своего нового альбома. И ты тут вдруг приезжаешь, ты выходишь на сцену, тут 20 тысяч, они стоят и вдруг почему-то смотрят тебя. Думаешь, ну как? Это же я в этом теле. И как? Они сейчас вот так вот... И они не разойдутся на второй песне. И это какая-то магия. Когда можно ждать новый альбом? Вот у вас появились недавно синглы, да? Magnets, Come On and Play. Да, да, Magnets, Come On and Play, Don't Dumb Me Down. В конце этого года будет релиз. Мы сейчас уже начинаем знакомить американскую публику. И очень много сюрпризов на самом деле. Мне очень приятно, что обо мне пишут и CNN сейчас написали, и студия Fox, и Yahoo, и очень много американских сайтов, которые действительно OK Magazine, знаменитейший мировой журнал, сделали премьеру клипа Magazine. То есть это для меня это огромный успех, потому что за это ты не заплатишь. То есть ты должен что-то сделать, чтобы они захотели о тебе писать. То есть тебе нужно быть личностью, о которой им было бы не стыдно писать, как новостям. То есть в Америке все-таки очень люди отвечают и за свою репутацию, им это очень важно. Поэтому для меня это огромные результаты на данный момент. И дай бог, как я говорю, step by step, к своей мечте, и все об Украине будут знать. Самое приятное, что во всех статьях, если будете убивать, везде пишет Ukrainian singer Mika Ньютон. Украине будут знать, я сделаю все возможное для этого. Вот ваш образ такой женственный, он вам близок или, ну, то есть это сценический? Я никогда не играю, то есть если честно, я не знала, что у нас будет интервью, то есть я пошла к детям проведать детей, осталась специально здесь на один день, и я мне что-то говорила, я никогда не запомнила, я просто знаю, что мне если надо одеться, то я уже иду до вечера, кто, как, где, с кем, я открыта, потому что я знаю, что я иду к людям, значит, я к людям. Я есть такая, как есть, совершенно сама одеваюсь, сама придумываю, что это, крашусь, то есть я... Ну, а стилист у вас есть? Стилист, конечно, в Америке все красные дорожки обязательно работают. Стилисты, которые отслеживают, чтобы звезды не одевали одни и те же платья, не дай бог. Вчера у вас была фан-встреча с запорожскими, да, поклонниками. Что подарили вообще, как они прошло? Они у вас очень хорошие, потому что они даже принесли мне пончики. Они читают меня в Твиттере. На самом деле, случайно встреча получилась. Я написала, что я буду в Запорожье. И я смотрю, один, второй, третий. Мы хотим встречу. И вот их вчера человек 20 где-то насобиралось. Они и сережки сами сделали, прям красивые такие, с перьями. Потом вот пончики мне сладкие, они знают, что я сладкоежка, принесли сладкое. Цветы, молодцы ребята, прям подготовились, каждый что-то принес. А у вас в детстве были кумиры, и кем восхищаетесь сейчас? Я никогда не создавала себе кумиров, если честно. Я всегда хотела быть вот собой, но Селин Дион очень много повлияла из-за того, что я любила ее песни, репертуар, и у меня голос развивался на ее песни. Какие фильмы, может, любите? Мультики? Разные. Мультики, я страшная мультяшка. Потому что в жизни настолько все мне... Почему ты пошли на ужастик? Я говорю, слушайте, у меня вся жизнь. Все пытаются что-то пугать, все время какой-то стресс. Я говорю, нет, только мультики или комедия. Как еще любите проводить досуг, если он есть? Смотр там. Mm-hmm. Своим собакой, да. О, он скучает по мне. Он сейчас, наверное, там... Он уже мне...
Просто есть служба, которая приходит и выгуливает твою собаку. И они мне каждое утро вечером пишут имейлы, как он себя вел, сломал уже. Он просто невероятный. Это просто... Мне кажется, что у меня в жизни вот дети будут точно такие же. У меня обязательно будет мальчик, который не будет ни сидеть ни секунды. И вот если он пройдется оттуда туда, уже все упадет. И вот так вот у меня собака. Просто это невероятно много энергии. Он за секунду уже оббежал бы весь салон. Все бы уже бы сбросил 300 раз. И он же поломал этот поводок. Я уже пишу друзьям, купите новый поводок, потому что, ну, и я вот его выгуливаю в парк. То есть все-таки он занимает время. Собаке нужно уделять внимание. И вот когда мне есть свободное, он, благодаря ему, конечно, я общаюсь больше с природой. Это ему около года, да? Вот 7 августа я буду делать пати. Мы будем праздновать день рождения. Год Моцарту. Я Мика Ньютон, и, пожалуйста, смотрите «Алекс Афишу».